Сейчас происходит взвешивание, обязательная процедура международного турнира по смешанным единоборствам ММА. Завтра будет у нас турнир международный, называется «Битва кочевников». Мы месяц назад тоже организовывали подобного такого вида международный турнир. Там мы участвовали также Африка, Китай, Узбекистан, Киргизия, стенка на стенку. Они объединенная сводная команда мира против Тувы. И они проиграли счетом 8-2 пользу Республики Тува. А сейчас, как бы, накануне Надыма тоже они сами напросились. Им очень было интересно, видимо, они по интернету смотрели вот этот вид. Они напросились и приехали, и заодно, наверное, Надым хотят смотреть. И наша республика, она как бы рекламируется. Вот они приехали заодно проверить свои силенки. И вот приехали, типа, как наши родственники, кочевники, Кыргызстан, Казахстан, Татарстан, Бурятия. Вот они приехали и хотят завтра участвовать. Но по анкетным данным мы видим, тоже у них событийные, соревновательные такие исторические моменты у них тоже сильные. Очень сильные борцы приехали. Ну, завтра посмотрим.